Приветствую, дорогие мои отцы, братья и сестры. Поздравляю вас с воскресным праздничным днем. Это день особенный воскресный. Он еще носит название прощенного воскресения. А по уставу церковному называется воспоминание о Адамовом плаче. И есть такое благочестивое предание о том, как Адам после изгнания из рая каждый день приходил к воротам рая. Войти он туда не мог, а всегда приходил и плакал, вспоминая то, что он потерял. Так что, дорогие мои, надо нам очень всем аккуратно относиться друг к другу, к себе прежде всего, чтобы не потерять то, что нам Господь дает с вами. Надо это все ценить. И Бога, конечно, благодарить за такой дар, какой Он нам дал с вами. Это, конечно, наша жизнь. Дал нам верить по нашим возможностям, да. У кого-то кто-то благочестиво ведет себя, кто-то менее благочестиво. Но все равно каждый, наверное, желает все-таки жить нормальной, человеческой жизни. И вот мы с вами, конечно, завтра вступим в Святую Четыридесятницу и начнется Великий Пост. А сегодня вечером будем просить друг у друга прощения. Да? Конечно, потом мы опять друг друга обижать будем. Просить, я думаю, просить прощения никогда не возгоняется, никогда именно. А лишний раз еще сказать друг другу прости, я думаю, это очень важно. Ведь в чем важность нашей христианской жизни, да? Что мы какие бы с вами не были, но мы все равно, кто-то нравится кому-то, кто-то не нравится. Вот, но каждый из нас просит, должен просить прощения. И на этом мы соединяемся. Мы даже к чаше не можем приступать, причащаться тело и крови Христова, если друг у друга прощения не попросим. Да? Вот, а тем более, я думаю, сейчас вступаем во Святой Пост. Вот, мы будем стараться, конечно, вести себя более благопристойно и более прилично. Еще радость наша в том состоит, что мы, слава Богу, да, сегодня совершили литургию здесь, в главном алтаре нашего Покровского кафедрального собора. Соскучились мы уже, да, Паша? Соскучились. Я тоже думаю, что все-таки мы как-то все с вами соскучились вот по такому вот нашему храму, именно в полном его объеме. Да? Все-таки предел маленький Никольский. Он нас выручил, святитель Николай, приютил. Мы как-то привыкли к этой тесноте, а сейчас даже, даже немножко с трепетом, да? И совсем чувствуется совсем по-другому. Я вас всех поздравляю. Спасибо, Господи. Ваше терпение такое. Вот. Было, конечно, всякое, кто-то там оправдали, говорили, но мы же ведь сами по себе. Вот за ваши средства, которые вы приносите, вкладываете, да? Особенно таких нет, как говорится, сильных пожертвований. Но я вам скажу так, что все-таки сейчас администрация города Урюпинская, бывший глава города Урюпинская Сергей Васильевич Корняков собрали такое совещание всех предпринимателей, у кого средства есть, и попросили помочь. Чтобы наш храм Я их так говорил, знаете, вот в 18 году 400 лет, да, городу Урюпинскому? Городу Урюпинскому. И вот если весь город будет украшен, а храм будет стоять в таком состоянии, что это за праздник будет, да? Не надо. Праздник в состоянии будет. Вы же, это же ваш храм, так я им сказал. Вы здесь крестились, венчались, причащались, исповедовались. Это наша мама здесь, да? Он нас родил, рождает в жизни вечную. Как же мы к нему относимся? И вот
дай Бог, чтобы у нас с вами все-таки это получилось. И собор предстал в том благолепном состоянии, в котором он и должен быть. Вот чем я вас поздравляю. Спасибо.